Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется на территории города Лабытнанги. Дорожники приступили к работам на улицах Северная и Рабочая. Глава города Марина Трескова отметила, что ранее горожане неоднократно обращали внимание на необходимость проведения ремонта дороги, ведущей в отдаленные центры микрорайон геофизики. С учетом финансовых возможностей этот маршрут обновляли поэтапно. В 2019 году на дорожном участке Рабочая Северная Баваненко было восстановлено электроосвещение. В прошлом году проведен ремонт по улице Речная. Этим летом, благодаря национальному проекту на участке Северная Рабочая, проезжую часть заасфальтируют, обустроят тротуары. Одновременно ведутся дорожные работы на улице Школьная. Напомним, что в прошлом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт на этой улице проходил в границах улиц Магистральная, Обская. Этим летом работы по Школьной пройдут еще на двух участках. В границах улиц Обская и Первомайская, второй участок от улицы Дзержинского до улицы 40 лет Победы. Новое асфальтовое покрытие и разметка, замена бордюров, установка ограждения, ремонт водоотводных лотков. В целом это 1,6 километра ремонта. На этой улице располагается школа и гимназия, детская школа искусств, спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный». Дорога для детей станет безопасной. Еще один участок, где ведутся работы, это 2 километра дороги в сторону микрорайона Обской и поселка Харп, от ИЗС по улице Автострадная и до объездной дороги. Здесь не только будет заменен асфальт, также предусмотрен монтаж линии освещения. Этим летом в Лабытнанге в рамках реализации национального проекта в порядок будет приведено почти 5 километров дорог. Жители центральной части города, а также отдаленных микрорайонов получат комфортные и качественные дороги.